Как художнику работать с клиентами, чтобы получать от этого взаимодействия только положительные эмоции и финансовую выгоду? Реальность такова, что сегодня каждому профессиональному художнику приходится не только писать картины, но и учиться сотрудничать с заказчиками. Конечно же, если он не планирует всю жизнь рисовать для себя, а хочет зарабатывать деньги на своем творчестве. В этом видео я расскажу о двух вариантах работы художника с клиентами. Первый вариант является более сложным и объемным по затратам времени и сил. Он также считается классическим. Его используют многие современные живописцы. Второй вариант для тех, кто желает получать все и сразу. О нем скажу попозже. Выбирая работу с клиентами по первому варианту, художник должен запастись большим объемом терпения, сил и времени, ведь ему предстоит длительный процесс взаимодействия с заказчиком, который состоит из множества этапов. Сейчас я раскрою основные. Первое, что вам нужно будет сделать, это позаботиться о выстраивании здоровых взаимоотношений с заказчиком. Поэтому при первом и дальнейших контактах с ним старайтесь быть спокойным, дружелюбным, уверенным, но не слишком навязчивым. Следите, чтобы заботой и вниманием был пропитан каждый момент вашего взаимодействия с клиентом. Показывайте ему, что вы искренне заинтересованы в решении поставленной задачи. Задавайте наводящие вопросы и покажите варианты уже готовых картин, которые теоретически могут его заинтересовать. И это станет вашим первым шагом к успешному сотрудничеству. Дальше, чтобы общение с клиентом было максимально плодотворным и предметным, не поленитесь составить техническое задание. В нем в обязательном порядке должно быть указано следующее: итоговая сумма выполнения заказа и варианты оплаты. Вы можете работать как по предоплате, так и по постоплате. Постоплата – это когда деньги выплачиваются по факту приема картины заказчиком. Вы можете предложить клиенту внесение исправлений до того момента, пока его все не устроит, ну, либо же лимитировать количество правок. Сроки выполнения задачи. Здесь рекомендую брать время с запасом, ведь бывают разные ситуации и обстоятельства. Порядок коммуникации. Отметьте, по какому каналу связи вы будете общаться с клиентом, насколько быстро будете отвечать и доступны ли вы в выходные дни. Авторские права непременно оговаривайте. Ваши права на произведение. Сможете ли вы ставить на нем свою подпись или показывать портфолио? Сможете ли вы выставлять эту работу на разного рода выставках и на каких условиях? Это важный момент, который многие художники попросту забывают. Вы можете прописать, где картина будет храниться, в каком помещении, температурном или ином режиме. В идеале все эти моменты нужно будет отразить в договоре. Именно он поможет защитить художнику свои права и интересы, ну и избежать сложных ситуаций в дальнейшем. Что еще важно указывать в договоре? Предмет договора. Пропишите, какие действия вы обязуетесь выполнять и в каком объеме. Обязанности заказчика. Уточните, что вам потребуется от заказчика для выполнения задания и на каких условиях он примет вашу работу. Ответственность сторон в этом пункте укажите, последствия невыполнения условий вами или вашим клиентом. Можете также в договоре сослаться на то самое техническое задание, о котором мы сказали выше. Ну и какие-то указать особые условия. Позаботьтесь о том, чтобы все цены на ваши услуги были заранее прописаны в прайс-листе или в смете. Его стоит представить клиенту по первому требованию. Не нужно озвучивать стоимость устно. Заказчик может подумать, что вы называете какие-то случайные цифры, которые вам пришли на ум. Это заставит его засомневаться в вашем профессионализме и честности.
Начав сотрудничество, старайтесь оперативно реагировать на запросы клиента. Это не значит, что вам нужно, сломя голову, бежать телефону, чтобы ответить на звонок там, в 23:00 в свой единственный выходной. Установите разумные временные рамки, когда вы будете находиться на связи, и не заставляйте заказчика ждать ваш ответ в течение долгого времени. Для оперативного общения рекомендую использовать мессенджеры, а чтобы ничего не пропустить, включите оповещение о новых сообщениях. На этапе исполнения заказа следует обязательно держать клиента в курсе всех дел. Отчитывайтесь ему, на каком этапе находится ваша работа. В идеале регулярно делайте отчеты. Это успокоит заказчика и выработает его доверие к вам. А если вдруг у вас что-то не получается, просто честно об этом сообщите, не игнорируйте звонки и сообщения. Как правило, клиенты нормально к такому относятся. При написании картины на заказ старайтесь творить для клиента, а не для себя. Если ему нужен пейзаж в определенном стиле с определенными акцентами, пишите его именно так. Не нужно экспериментов и своего видения. Конечно же, если это не оговорено отдельно. Любое отступление от технического задания будет расценено заказчиком как непрофессионализм с вашей стороны. И это может навсегда отвернуть его от заказа ваших услуг. Как видите, в сотрудничестве с клиентом по первому варианту существует множество сложностей и подводных камней. Все это усложняет работу художника и в разы замедляет его достижение успеха. А ведь существует второй способ – работать с заказчиком. Даже не работать, а взаимодействовать. Он не такой затратный по времени, силам и нервам. Ведь вам не нужно будет делать 500 действий для того, чтобы привлечь клиента, найти общий язык, удержать его, а затем продать свою работу. Все это затраченное время лучше вложить в свое мастерство. Под мастерством подразумевается качество живописи. О том, как его развивать, мы рассказываем на нашем мастер-классе. 5 приемов высококлассной живописи. Обязательно регистрируйтесь и посмотрите его. И вы узнаете о методике, которая позволяет создавать картины, которыми хочется обладать. Работая с заказчиком по второму варианту, вы сможете с головой погрузиться в творчество. Наслаждаясь каждым мазком краски по холсту и при этом не думать, как правильно прописать условия в договоре, чтобы всех все устроило. Больше никаких претензий клиентов по поводу того, что вы пишете картины слишком медленно, дорого или не так, как им хотелось. Ведь они понимают ценность ваших работ, и ради этого они готовы ждать и платить столько, сколько будет нужно. Вот что создает мастерство. Если художник делает упор на свое мастерство, создает картину высокой ценности, клиенты сами будут выстраиваться за ними в очередь. Они будут хотеть обладать такими произведениями, желать, чтобы именно вы создали реалистичную живопись, которая цепляет сердца и проникает глубоко в души зрителей. Что позволяет создавать ценность в картинах? Это их тонкость и красота. Именно это цепляет внимание и буквально погружает зрителя в пространство полотна. А главное, вызывает вопрос – как это сделано? Тонкость заключается в поэтапной проработке картины, оптическом образовании сложнейших цветовых эффектов, создании внутреннего свечения и образовании воздушной перспективы. Работая по механизму ТОП, вы сможете создавать произведения, ценность которых гораздо превышает их цену. Отсутствие следов кисти, плавные тональные переходы, глубинное пространство, воздушная перспектива и внутреннее свечение – все это позволяет создавать завораживающее внимание картины, которые по уровню мастерства достигают работ старых мастеров эпохи Возрождения. Неважно, вы только окончили художественную школу или уже давно пишете картины, техника живописи ТОП будет актуальна и для вас. Благодаря ей вы расширите свой арсенал
и избавитесь от всего, что не дает вам обрести то самое мастерство, на которое, как пчелы на мед, и идут клиенты. Приходите на наш мастер-класс «5 приемов высококлассной живописи», и вы на практике увидите, как создавать работы высокого класса. Даже если вы до этого работали с клиентами по первому энергозатратному варианту, то поймете, что существует и другой вариант взаимодействия с ними, и он способен действительно привести вас к успеху и вернуть утраченное от рутинной продажи удовольствие по созданию достойных картин. И пока ждете старт мастер-класса, посмотрите предыдущий выпуск о том, что не дает художнику начать зарабатывать. Вы откроете для себя, почему многие мастера не могут продавать свои картины и даже предпочитают работать без денежного вознаграждения. Узнаете, что поможет эффективно бороться с любыми финансовыми ограничениями в творчестве. Не прощаюсь, увидимся в новом эпизоде.